Земельные проблемы по-ранейшему самые распаўсюджаныя сярод зваротаў грамадзян. Асабістыя прыёмы і прамыя телефонные линии таму пацверджанне. Вырашыць многія спрэчныя пытанні павінны змяненні зямельнага кодекса. Новации у кодексе об земле обмерковываются давно. Например, многих хвалюя земельная амнистия, коли громадяне отрымают право оформить самовольно занятые участки. Правда, только при умове, коли не порушаются потребования архитектурных, природоохочих и санитарно-эпидемичных правил. Некоторые артикулы у законодавства изменили. Новые нормы мают разные термины уведения. Жанна, жыхарка агрогородка Кадзіна Магілёўскага района, чакае на доходы студзеня 2023 года. Тады можно будет по законе ажыццявіць планы. Выросли дети, стоят на учет, на очереди, и в дальнейшем мы хотим построить дом. Жанна с мужем живут у Кадзі на 20 годов. Участок, про який идёт говорка, неподалеку от дома. Семья мая усе документы на сотки, и мать готовая поделиться с дочкой на делом, каб тая побудовала тут свой дом. Удобно тем, что здесь расположены все коммуникации, родители рядом, близко от города, поэтому и хотим построить. И хоть соток хапая на две семьи, однако мэтовое призначение участка для ведения пособной господарки покуль не дозволяет тут будовать дом. Але со студеня нового года нормы меняются, и можно будет изменить мэтовое призначение на дело. Очень много вопросов возникает по земле, так как сельсовет пригородный, поэтому у нас на очереди стоит 229 человек для получения земельного участка. И вот на сегодняшний день почти практически каждый день к нам приходит кто-то и спрашивает по этим изменениям, которые вступят в законную силу. И все уже ждут, не дождутся, когда это будет, потому что очень много граждан земли, которая во временном пользовании выделена, для ЛПХ выделена, особенно обращаются те, где много есть коммуникаций, то есть газ, вода, дорожное покрытие соответствует всем стандартам, то вопросов много. До нового года распрацуюць механизмы передачи участка. Виталина Петрусевич, Катерина Городницкая, Юрий Лосов, Виталий Алексеенко, новини региона.